Дорогой наземный экипаж, вот последнее сообщение от Аполлона. Сегодня я хочу обсудить великое пробуждение. Вы оказываетесь в середине великого пробуждения. Температура повышается, правда проникает, свет ускоряется, и вы обнаруживаете, что задаетесь вопросом, куда ушло время. Все это признаки великого пробуждения. Где оно заканчивается, никто не знает. Это восходящее сознание движется в вечность, и ничто не может остановить то, что происходит с вознесением Земли. Все творение сейчас сосредоточено на вас. Можете ли вы почувствовать любовь? Можете ли вы почувствовать сердцебиение Земли? Земля в восторге, и мы надеемся, что многие из вас чувствуют то же самое. Мы надеемся, что вы почувствуете, как рассеивается тьма и насколько мирнее становится на планете. Где бы вы ни жили, это происходит с головокружительной скоростью. Создатель играет своей рукой. Карты на столе. Возврата в материальный мир нет, потому что он рушится у вас на глазах. У вас великолепное будущее. Какое-то время это может быть хаотично, но у вас есть инструменты, чтобы маневрировать, что бы ни случилось. Найдите силу в любви к Источнику. Любовь Источника к вам в вашем сердце. У вас будет все, что вам нужно. Мы с вами и доведем вас до конца. Наземный экипаж, как у вас дела? Начинаете ли вы видеть свет в конце туннеля? Это есть. Фильм почти закончен. Слушая природу, вы можете почувствовать счастье, которое оно несет. Стоя и глядя на солнце, вы можете почувствовать высшее сознание. Это как питаться от звезд. Есть много признаков того, что истина сделает вас свободными. Пусть знаки будут поддерживать вас в течение последних 3 лет. Отпустите прошлое, потому что вы прошли мимо него. Темные находятся в свободном падении. Земля будет освобождена от них навсегда. Гораздо больше человечества пробуждается. Это необходимо для того, чтобы то, что случилось с этой планетой, никогда больше не повторилось. Силы света наступают. Они делают огромные успехи. Они готовы и делают фантастическую работу, как и вы. Это мощная сила. Мы просим вас доверять процессу, знать, что Творец отвечает, и что все является частью Божественного плана. Вас ждут некоторые сюрпризы. Это все для блага жизни на планете и для всего творение. Я Мира. Валерий Доннер.